поэзия для немецких романтиков составляла весь смысл их жизни. Они были преданы искусству без остатка. Они были поэтами и философами. Их творения пленяют нас глубиной раздумий и богатством фантазии. Они будоражат нашу мысль и заставляют волноваться наши сердца. Их поэзия иногда бывала печальна, но она всегда была искренна. В их голосах мы слышим не уныние, а тоску по иной, лучшей жизни. Помните у Пушкина «Печаль моя светла»? Немецкие романтики вписали в историю своей литературы увлекательные и блестящие страницы. Хочется еще долго говорить о немецких романтиках, но если можно идти домой, тут уж не до романтиков. Свободны. Ребята, девчата, идемте в парк. Пошли! Товарищ Кручинина, задержитесь, пожалуйста, мне нужно поговорить с вами. Счастливая Ирка. Это еще неизвестно. Не знаешь, как может нагореть? За что? А может, от ее работы он камня на камень не оставит. Все равно счастливая. Я прочел вашу курсовую работу очень внимательно. А, впрочем, я жестокий человек, лишаю вас прогулки. Что вы, мне так интересно. А мы можем соединить приятное с полезным. Пойдемте погуляем и поговорим. Хорошо? В вашей работе немало наивного, но чувствуется, что вы увлечены предметом. Это хорошо. Это от ваших лекций. Читать их с таким увлечением, невольно заражаешься. Соревнования по теннису. Непременно пойду. А вы и спортом увлекаетесь? Спорт я люблю больше всего на свете. Вам нравится эта машина? Нравится. Скоро и у меня будет такая машина. Я хотел бы поехать на ней к Черному морю. Это чудесно. Я вам завидую. Вы не завидуете. Я же не умею водить машину. А разве трудно учиться? Нет времени. Защищаю диссертацию. А то бы я взял вас с собой к Черному морю. Поехали бы. Так далеко. С удовольствием. Но, к сожалению, это только мечты. Константин Александрович. Да? Я завтра запишусь. Куда запишетесь? В автошколу. Вы молодец, Ирина. Это будет чудесное путешествие. Вот будет здорово. Очень возьму. Машу Гольцеву обязательно. Может, еще Юру Дрожжину, он тоже машиной бредит. Зачем? Ну ведь там еще 3 места. А может быть, нам поехать вдвоем? Ну, можно и вдвоем. Я думала, вместе веселее. Знаете что? Пусть наше путешествие останется пока тайным. Никому ни слова. Хорошо? Хорошо. Никому ни слова. Слава, папа! Я уезжаю к Черному морю! На машине с хохлом! Только черт никому не говорить. Ирина, ну что ты наделала? Учитель поставил своему ученику клятву. Мама, я умираю от голода. Она сумасшедшая? Да, да. Боже мой, какой ужас. Это несчастье. Ехать к Черному морю, по-твоему, несчастье? Ну, она наивна, ей простительно. Но ты ведь дожил до седых волос. Неужели ты не понимаешь? Он хочет на ней жениться. Мамочка, об этом пока не было разговора. Именно пока. Ну, какая из нее жена? Она ребенок. Выйти замуж на первом курсе. Леночка, ну ты же вышла за меня на втором. Да, но не на первом. И не забывай, ты за мной ухаживал 2 года. Через 2 месяца вы должны стать водителями. Давайте знакомиться. Меня зовут Александр Николаевич Стрельников. Кукушкин. Я. Род занятий? Инженер. Кручинина. Нема. Что? Нет. Бирюков, род занятий. Майор в отставке. Бирюкова, род занятий. Моя жена. Постников. Экономист. Постникова, тоже жена. Сестра, чертежница. Дрожжин, студент. У вас машина? Нет, мечтаю.
Бондаренко. Есть. Механик. Явились все, кроме Кручининой. Будем начинать. Садитесь, товарищ Кручинин. Откуда он меня знает? Начнем, товарищи. Вот примерная схема развязки движения на данной площади. Кто нам повторит? Можно мне? Пожалуйста. Вы меня выручили, спасибо. Не хотелось бы сразу скандалить. Пустяки. Давайте знакомиться. Николай Кукушкин. Ой. А чего смеешь? Какая у вас смешная фамилия. Если бы у меня была такая фамилия, я бы переменила. Я привык. Мне сюда. Так близко живете? Простите, я очень спешу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, куда мы сегодня пойдем? Пойдемте по этому переулку. Здесь мы не встретим наших. Ой, шестая симфония, моя любимая. А вы и музыкой увлекаетесь? Музыку я люблю больше всего на свете. Нет, товарищи, поедемте на Кавказ, а? Там природа богаче. А может, в Крым? Впрочем, еще есть время подумать. До свидания. Привет. До свидания. Вы за Кавказ или за Крым? А вы куда хотите ехать? А мне все равно, я поеду с вами. Со мной? Это что, распоряжение или предложение? Ну, я не точно выразился. Я поеду за вами. Пети Ландыш. Простите. Мне сюда. А вы же живете? Извините, я очень спешу. Ирина, я вас жду. Я даже пошел к вам навстречу. Познакомьтесь, мой товарищ по курсам Кукушкин. А это из нашего института Константин Александрович Хохлов. Очень приятно. И мне. До свидания. До свидания. Кукушкин. Смешная фамилия. О чем это вы с ним так оживленно разговаривали? Он предлагал поехать к Черному морю. С ним? Нет, со всеми. У нас в группе собирается целая компания. А-а-а. Товарищ, купите цветы. Нет. Мы поедем вдвоем. Пойдемте в парк. Куда? Я забыла, в парк нельзя. Там мы можем встретить нашу. Спасибо. Но почему мы должны гулять только по переулкам? А к Черному морю мы тоже поедем тайком от всех? Темной ночью. Но вы поймите, Ирина, что у нас не любят, когда преподаватели ухаживают за студентками. Ну вот получу кандидатскую степень, стану человеком. Как у нас говорят, человек начинается с кандидата. Тоже тяжело, парень. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Всего доброго. До свидания. Наташ, ну что ты каждый раз... Ну, до завтра. Желаю получить одни пятерки. Не провалиться бы по теории. Ну, до завтра. До свидания. Выручите меня. Слушай, Коля, ты помоги, помоги, девчиня. Петро! А что случилось? У меня все перепуталось. Трансформаторы, карбюраторы. По ночам мне снятся коробки скоростей. Завтра экзамен. Спасите меня. Я тебя люблю, а не иную для тебя. Готов хоть на луну я ночь и день брожу, как тень, страдая и ревнуя. Без это экономайзер, состоящий из шиклера мощности без тебя. И клапан. Зима в начале мая, ночь и день брожу, как тень, одно лишь понимая. Вот хорошо. В мире есть девушка, лучшая самая, это ты. Светлой такой не встречали глаза мои красоты. Имя твое повторяю я, мучаясь и любя.
много имен есть, но самое лучшее у тебя. Карбюратор состоит. Я этого не запомню, лучше я запишу. Что запишите? Шпаргалки? А что делать? Все в голове перемешалось. Карбюраторы, английские баллады. Эти. Экономайзер. Экономайзер, итальянские комедии. У нас через неделю в институте экзамен. Тоже по шпаргалкам? Конечно. Не перепутать бы. Ирина, а что вас интересует в жизни? Путешествие к Черному морю. Да? Я больше всего на свете люблю путешествовать. А вы? Без тебя я дни и ночи таю всем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою. Лишь о тебе мечтая, от тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо. Я таю тоску мою, а мне сказать бы прямо. В мире есть девушка лучшая самая. Это ты, светлой такой не встречали глаза мои красоты. Имя твое повторяю я, мучаясь и любя. Много имен есть, но самое лучшее у тебя. Жаль, что Ирины нет. Давно уже должна прийти. Да-да. Елена Андреевна, как вы думаете, что лучше всего может украсить новую квартиру? Красивая люстра. Не угадали. Библиотека. Вот если бы у меня была отдельная квартира. Ты бы моментально превратил ее в книжный склад. Рояль. Нет. Не угадали. Молодая хозяйка. Очень вкусно. Сами варили? Или Ирина? Покупное. Покупать тоже нужно уметь. Ирина не говорила вам, что мы собираемся к Черному морю? Призналась. Под большим секретом. Эта поездка, так сказать, спортивно-увеселительная, но с самыми серьезными намерениями. Ваше отношение к Ирине просто трогательное. Но зачем торопиться? Пусть окончит институт. Так долго ждать? Я боюсь, что какой-нибудь бойкий молодой человек вскружит ей голову. Мне сюда. Теперь уже сюда. Да нет, действительно, я здесь живу. Вон наши окна. Поздно ваши ложатся. А меня всегда дожидают. Одна у родителей? Одна. А вы откуда знаете? Избалованная. А вы один? Один. А вас балуют? Я в детдоме вырос. Большое спасибо. Мы за вечер прошли почти целый курс. Завтра сдадим экзамен и простимся навсегда. Да ну уж навсегда. Не проспите на работу. Разбудит. А кто вас разбудит? Будильник. А, до свидания. До свидания. Это вы? Я. А если я не ошибаюсь, это ваш товарищ Кукушкин? Да. Он мне помогал готовиться к экзамену. До часу ночи. Впрочем, я вас понимаю. Я заметил, что вы ему нравитесь. Я в этом не виновата. А он вам нравится? Да? Вы со мной разговариваете, как будто я ваша жена. Запрещен. Без подсказок. Остановить машину. На уклоне обгон запрещается. А ему можно? Он ответит за свои нарушения. Первая ошибка. Поехали дальше. Thank you.
увлекаетесь скоростью. Гоголь говорил, какой же русский не любит быстрой езды? Гоголь писал в определенных исторических условиях. Не остановились на трамвайной остановке. Стойте! Вы что, для цирка тренировались? Давайте поменяемся местами. Я поведу осторожно. У меня большая семья. Он просто придирается. Я сдала технику, а это было мне куда труднее. Я ненавижу карбюраторы и... А может быть, я ненавижу немецких романтиков, но я же занимаюсь ими. А зачем? Наивный вопрос для диссертации. Вы знаете, Ирина, из-за вашего сумасбродства все полетело кувырком. А было все так хорошо. Машина, путешествие, а потом я... Что потом? Ну что же вы думали, что я просто так пригласил вас поехать со мной на юг? Я собирался вам сделать предложение. Неужели вы не догадывались, что я люблю вас? Не догадывался. И теперь не догадываюсь. О любви не говорят с такой злостью. Я не поеду с вами. Никуда я с вами не поеду. Ирина, успокойтесь. Вы же находитесь на улице. Ну, образумьтесь, на вас обращают внимание. На меня же обращают внимание, а не на вас. Делаете? Не видите, плачу. С родителями поссорились? Не могу идти, стыдно. О, да стоит ли расстраиваться из-за ерунды? Ну, подумаешь, провалилась, а? Отойдите, на нас обращают внимание. Пусть обращают. Увезите меня отсюда. Пожалуйста. Что так не раздражает, как медленная езда. Ограничить. А вы сдали экзамен? Ой, глупый вопрос. Немецких романтиков он не любит. А как горячо о них говорит. Гадость. Ненавижу неискренность больше всего на свете. Цветы он дарить умеет. В карманах не прячет. Но никакой любви у него ко мне нет. Зачем я все это вам говорю? Боже мой, какая я несчастна. Ну почему же вы несчастны? Он вас не любит. И вы его, кажется. Не люблю. Значит, хорошо, что вы расстались. Вот если бы вы поженились, вот это было бы несчастье. Да, но ведь как стыдно. Все в институте знают, будут меня презирать. И вы в первую очередь. Ирина, разве я могу вас презирать? Это вы нечаянно? Нарочно? И вам не стыдно? Вы что, потеряли дар речи? Отвезите меня домой! Немедленно! Почему их так долго нет? Наверное, празднует сдачу экзаменов. У меня тяжелые предчувствия. Всю ночь я мариновала кактусы. Мариновала кактусы?
Ах, это во сне. Это что ж, к несчастью? Или... Не знаю. Ирина, милая, поедемте к Черному морю. А может быть, к Северному Ледовитому океану? С вами хоть на край света. Товарищ водитель, тут стоянка запрещена. Только минутку. А мы всего лишь 3 минутки стоим. Ну где там 3? Уж полчаса любуюсь. А вы смотрите сквозь пальцы? А я всегда на такие дела сквозь пальцы гляжу. У самого была. Вот. Едемте. Куда теперь? А вы обещали отвезти меня на край света. Поехали. Сейчас? Ну, конечно, пока вы не передумали. Поехали. Ирина, я вас люблю. Сумасшедший, разобьемся, остановите. Но здесь стоянка запрещена. Мама, что с тобой? Ирина, мы уже все передумали. Но не может же экзамен продолжаться до глубокой ночи. Какой экзамен? Ах да, я провалилась. Ну, поздравляю. Значит, лопнуло твое путешествие. Я уезжаю к Черному морю. С кем? С Колей. С Колей? Это что еще за Коля? Что еще за Коля? Коля Кукушкин, это замечательный человек. Кукушкин. А Константин Александрович? Он еще не человек, он кандидат в человеке. Мама, я умираю от голода. Кактусы в маринаде. К несчастью. Товарищ водитель, звуковые сигналы запрещены. Ваши права. Понимаете, у нее нет телефона. Стаж у вас большой, второй день ездите. Да. На первый случай ограничусь замечанием. Спасибо. Я мать Ирины. Очень приятно. Она сейчас спустится. Хорошо. Вы Кукушкин. Кукушкин. Угу. Я люблю Ирину. И я. Но Ирина сплошное легкомыслие. Она увлекающийся человек. Это одно и то же. Нет, легкомысленный плохо, а увлекающийся хорошо. Она вас быстро разочаруется. В этом виноват буду только я. Вам эта девчонка вскружила голову. Мамочка, я же скоро буду учительницей. А я в сумасшедшем доме. Можете считать меня мещанкой, но так не уезжаю в путешествие девушка с молодым человеком. Это неприлично. Ирина, если ты меня слушаешься, уезжай куда хочешь, но домой не возвращайся. Сегодня мама всю ночь жарила мелкую рыбу. А что, не было крупной? Во сне. Жених и невеста! Ребята! Жених и невеста! Жених и невеста! Жених и невеста! Вы согласны? Ирина, я совершенно не знаю этого человека. Я его видела один раз. Я не могу дать свое согласие. Уходите. Ирина, это к тебе не относится. Это страшно.
бесстрашный человек. Он добьется всего, что захочет. Это как раз мне в нем и нравится. Боже мой, ну что я могу сделать одна? Идите домой! Оба! Решение пожениться у вас твердое? Твердое. Ну хорошо. Пишите заявление. Володя, Алик, Дима, вот никак не разберу. Чи машина мала, чи семья большая. Сережа, Сереженька. Здрасте, Екатерина Ивановна. Здравствуйте. Сереженька, ты смотри за Наташей, ведь там кавалеры бойкие, она девушка наивная. Хорошо, мам. Наташенька. Что, мама? Ты смотри за ним, ведь там девушки разные бывают. Мамочка, не волнуйся, все будет хорошо. Родная моя. До свидания. До свидания. Грелку взял? Забыл. Растяпа. Ну, Зоенька, я же здоров. Сегодня здоров. Завтра будешь нездоров. Фамилию будете носить свою? Конечно, свою, Крутинина. Заявление я оставляю. Приходите через неделю, оформим брак. Как через неделю? Так полагается. По инструкции. По жизни, чтобы люди могли... Одуматься. Подумать. Сколько в жизни ограничителей. Вы считаете, что мы поссоримся за эту неделю? Я надеюсь, вы будете жить дружно всю жизнь. Но потерпите неделю. Верните нам наше заявление, и мы пойдем в другой ЗАГС. Ирина. Порядок всюду одинаков. Но сотрудники разные. Не везде же сидят бюрократы. Ирина. Ирина, Ирина, подождите меня на улице. Я с ней договорюсь. Ну, хорошо. Ну, значит, решили. Я еду вперед на привал и буду готовить стол. Чтобы все было по праздничному. Ну, так свадьба ж, хоть дорожная, а все-таки свадьба. Ну как, все в порядке? А, бюрократы. Поздравляю. Вы созданы друг для друга. Багажник запер. Ириночка, поздравляю. Поеду за родителями. Ирина, почему он разрешил тебе сесть за руль? У тебя же нет прав. А он мне не разрешал, я сама. А, твой характер. Ну, поехали скорее. Как вы смели сесть за руль? Не беспокойтесь, с вашей машиной ничего не случилось. Дура. Поехали к привалу. Будем всю дорогу молчать, Ирина. Сказал папа после свадьбы. Не помню. А ты, папа, тоже не помнишь? Не помню, дочка. Столько лет прошло. Ну, а я запомню. На всю жизнь.
Между прочим, наша свадьба не получилась, нас не оформили. Почему? Полагается неделя, испытательный срок. Ну что ж, испытательная неделя началась неплохо. Для начала хорошо было бы огурцы с помидорами. По-вашему это называется салат весна. Сезон. Сезон, хай будет сезон. Верочка, жизнь больше. Где же нам сесть? Подождите, молодой человек, сейчас не до вас, к свадьбе готовимся. Ребят, оказывается, свадьба, вот тина. А вы присоединяйтесь к нам. У нас новобрачные сейчас приедут. Дружище, заказ придется нам увеличить. Приехали, поторапливайся. 18 салатов дала. Помню, сегодня план перевыполнил. Молодожены в центр! Друзья, во-первых, я при всех обидел Ирину, и при всех прошу у нее прощения. Подлежит амнистии, ну, конечно. Простите, вставайте, прощаю. Бокалы невесте и жениху. Мне не надо, я не буду. Как-то не буду на своей свадьбе-то не выпить. Ура, новобрачные! Одну минуту. Товарищи, к сожалению, мы не новобрачные. Почему? Нас в ЗАГСе не оформили. Да, выходит, что я зря старался. Да не-не, дружище, ты забирай шампанское. Свадьба не состоится. Ну и ничего, закусим без вина и в путь. Раз свадьбы не будет, будем праздновать помолвку. Идея. О, верно. Хорошее слово, помолвка. А ну-ка, дружище, давай. Я не буду. Ты что, опять? Ну, я ж за рулем. Да от бокала шампанского с тобой ничего не случится. Не полагается по инструкции. Ха-ха. Ну что ж, водители будут пить лимонад, а пассажиры шампанское. Мы пассажиры! Я предлагаю всем из солидарности пить лимонад. Из напитков остались только одни вина. Господи, что в дорожном буфете не было воды, а? Это ж безобразие. Товарищи, у меня есть кофе эфиопской. Кстати, проверю багажник. А у нас есть молоко. А у меня томатный сок. А у меня, товарищи, есть бутылочка московской. Как? Минеральной. На здоровье жениха и невесты. Нам забыли, пора ехать. Не удался наш праздник. Друзья! Мы все будем ночевать в дорожной гостинице, и там по-настоящему отпразднуем нашу помолвку. Я всех приглашаю! Ирина, приглашайте. И я вас всех приглашаю! Вот за что я тебя люблю, Коля! Так это за находчивость! Давайте, товарищи, не будем терять время, а поедем вперед! Не перестань баловаться. Ну, хотя серьезно, уже дурака валяешь. Смотрите за ней. А? Она же еще ребенок. Обязательно. Это все-таки серьезный шаг. А ты все смеешься. Ну, надеюсь, что все будет в порядке. И самое главное, как приедешь на Кавказ, сразу дать телеграмму. Срочную. Скажи. Хорошо? Там, а где невеста? Я невеста, а что? Это вам. Ой, спасибо. А что, свадьба уже кончилась? Нет, даже еще не начиналась. Ну... Ириночка! Что? Ну, до свидания, моя доченька. До свидания, мамочка. Не волнуйся, все хорошо. До свидания. Папа. До свидания. Ну, счастливо. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Люда, наш автобус. А поедемте с нами. В гостинице его догоним. Это песня не поседа, песня ветерок, с ней не усидишь на месте. Это песня для походов, песня для дорог, петь ее, друзья, одному нельзя, непременно надо вместе. Мы не неженки, осторожнее, не пугает нас пыль дорожная, даже грома вас не пугает нас, попадали мы в роду не раз. На привале мы раскроем наши рюкзаки, все разделим честь по чести. Веселее, чем в ресторане, ужин у реки, только есть друзья, одному нельзя, непременно надо вместе. Мы не неженки, осторожно.
бы в году не раз. С этой песни непоседы, все нам нипочем, 100 дорог и даже 200. И рассказывать знакомым будет нам о чем, только врать, друзья, одному нельзя, непременно надо вместе. Мы не неженки осторожные, не пугает нас быть дорожная, даже грома вас не пугает нас, попадали мы в разу не раз. Они утром уехали. На чьей машине? На москвиче. На москвиче? А кто за рулем? Ирина. Ирина? Едемте, до Харькова догоним. Ну, что? Не подвезете меня в МТС? Тут недалеко, 6 км в сторону. У меня комбайн встал, шестеренка. Ой, Господи, да я б с удовольствием. Ну, он, бачишь, полное гнездо. О, 100 проедем, 200 пьем. Ты об ограничителе не забудь. Ты разве о нем забудешь, когда он рядом? У меня комбайн стоит. А летучка, как назло, только что уехала. Пшеничка осыпается. Мы на свадьбу торопимся. Понимаете, на свадьбу. Тороплюсь на свадьбу. У нас баллоны ненадежные. Да вот оно, Карамышево, рядышком. Большое село. Богатое. Вы там все купите, что захотите. Вы не спешите на свадьбу. Да, как раз спешим. Поехали. Осторожно. Неудобно, она видит. Что значит неудобно? Мы же никогда с ней в жизни не встретимся. Вы почему плачете? Шестеренка сломалась, а все на свадьбу торопятся. Вы тоже на свадьбу. На свадьбу. Поезжайте, не тратьте зря времени. Ого. С приездом, товарищи. Смотрите, как встречает. Культура. Берегите время, товарищи путешественники. Поезжайте дальше. В гостинице свободных номеров нет. Да, вот это культура. Погорел наш праздник. Почему? А как же? В ресторане найдутся места для нас. Будем гулять всю ночь, а утром жильцы разъедутся, мы отдохнем. Вот ты голова! А мы пока цветов нарвем, чтобы у каждого были цветы. Это очень красиво, правда? Верно. А мне с ней можно? Можно. Пошли скорее. А мы недолго? В полчаса вернемся. Без подписи директора это не документ. Нет директора-то. Дядя Степан, ну дай шестеренку, а? Я тебе не дядя Степан, а заведующий складом. Лицо должностное. Я должен строго соблюдать дисциплину. Да бросьте, дядя Степан. Ну дайте шестеренку. Без подписи директора не отпущу. А где его искать? В поле. Кажись, в третью бригаду поехал. Поехали. Зоя Денисовна! Не подвезете комбайнера здесь недалеко, в МТС, а то я Ирину на дороге с девушками оставил. С удовольствием, но у нас очень мало бензина. Зоенька... Мы лучше их довезем до гостиницы. Договорились? Договорились. Поехали. Поехали. Ирине скажите, что я быстро вернусь. Хорошо. Поехали скорее. А то директор нас прытки приедет в бригаду. Привет героям уборки. Как люди, техника, настроение.
порядке? Как техника? В порядке. Как люди? Работаю. Настроение? Бодрое. Добро! Я в четвертую поехал. Где директор? Только что уехал. Ловите его в четвертой бригаде. Привет, герои Бурки! Как техника? В порядке. Как люди? Все на месте, настроение бодрое. Добро! Продолжайте в том же духе. Привет, герои Бурки! Как техника? В порядке. Все на месте, настроение бодрое. Добро! Пошли. На силу вас догнали. В кабинете не сижу, руковожу в поле, оперативно, без бюрократизма. Из-за шестеренки все поля объехали. Разве это не бюрократизм? Простите, вы из какой организации? Путешественник. Почему же вы в наши порядки вмешиваетесь? Какие же это порядки? Это не порядки, потому и вмешиваюсь. Заявку. Добро. Эту. Хорошо. Ирина, познакомься, это Лена. А что, ваш жених еще не приехал? Нет. Ну, может быть, с машиной что случилось? Что, не приехал, Николай? Один нескромный вопрос. Скоро сядем к столу? Скоро. Ириночка, не волнуйтесь, он приедет. Ириночка, может быть, вам подойдет какое-нибудь мое платье? Померите. Спасибо. Сейчас приедет Николай, я переоденусь. Ведь мы не сядем без Николая за стол, нет, правда? Нет, не сядем, подождем. Зоя Денисовна, платье изумительное. Ну что вы, простенькое. Что, не приехал? Ничего, ничего, зараз приедет. Едет! О, я сказал, что приедет! О, а ну за мной! Ай, верно, верно, москвич. Я начинаю за него волноваться. Что-то подпись больно коротка. Сама я, что ли, резолюцию-то наложила? Может, сама, а может, не сама. Дядя Степан. Склад закрыт, ключи сдал в контору. Слушай, заведующий складом. Надо же сторожа найти. А ну-ка. У него одно место в кино. Даже тошнит, как есть хочется. Вот я лично, Зоя Денисовна, рассматриваю еду как закуску. Закурите, помогает. Ну, а Николая, наверное, милиционер задержал. Сделал грубое водительское нарушение. Че? При чем тут милиционер? А кто? Вы видели девушку? Ну. Красавица. Да ну что вы, я... Не волнуйтесь, деточка. Все мужчины одинаковые. Ну, а вот это, Зоя Денисовна, прямо скажу, ни к чему. Я тебя кричал, кричал, дед Макар. Почему ты не откликался? Спал. А как народ стал подниматься, а разбудили.
Нет лучше места для спанья, как в кино. Тепло. Тепло обладать. Картины теперь хорошие пошли. Без стрельбы. Тихие. Одни разговоры. Бензин кончился. Спокойный у вас характер. Другой бы меня так обругал. Да вас за что? Директора? Да ну его не вспоминайте. Что ж теперь делать-то, а? Пойду на автостраду бензин спрашивать. А я напрямую. Большое вам спасибо. Вы все-таки в душе меня проклинаете? За что? На свадьбе-то не удалось погулять. Ну. Хватит дрыхнуть, поехали. Зоенька, все еще спят. Нам нужно вырваться вперед. Слишком большая компания. Вот хорошо, вместе весело. Тебе что, со мной скучно? Я этого не говорил. Ты это думаешь? Карда подъедет к базару, все разнесут, поехали. Куда? Тише, на базар. Ну что, не вернулся, женишок? Ищи ветра в поле. Именно в поле. Доброе утро. Доброе утро. Если бы вы ее видели. Красавица. Зоенка, по-моему, Ирина красивее. У тебя дурной вкус. Это только по-твоему. А вот как Николай считает, ты этого не знаешь. Тише услышит. Спит. Я не хотела, чтобы она это знала. Но я была свидетельницей. Случайно свидетельницей того, как он себя с ней вел, товарищ. Зоя, я ничего такого не заметил. Ты не заметила, я заметила. Возьмите меня с собой. Доброе утро, Ирина. Наташенька, я не могу здесь больше оставаться. Да, но мы решили ехать в Крым. Куда угодно, лишь бы уехать отсюда. А как же Николай? Пусть он ищет меня в Крыму, где хочет, раз он мог меня бросить. Да, но дело в том, что мы уже пригласили одних товарищей. Вот Мишу и Лену. Их автобус уже ушел. Понимаю. А Бирюкова, Ирина, их же двое. Они едут на Кавказ, они вас возьмут. Что вы здесь делаете одна на дороге? Вы можете увезти меня отсюда немедленно. Пожалуйста. Ирина, вы отошли? Расскажите, почему вы оказались одна на дороге? А? Thank you.
Только я поспала. Черное море еще не скоро. Юра, как красиво! Свободных номеров нет. Есть свободные номера? Простите, свободные номера есть? Что? А, есть. Есть один номер. Вдвоем поместишь. Заполняйте бланки. Сейчас вы примите душ, ляжете в мягкую постель, и как рукой снимет ваш пессимизм, а я устроюсь в машине. Паспорт. А я его забыла. Дома? В гостинице? Где же? В ЗАГСе. Где? В ЗАГСе у Николая. Вы уже успели выскочить замуж. Но почему же вы меня об этом не предупредили? И вы бы меня не взяли. Конечно. Увести жену от мужа. Хм. Этого мне еще не хватало. Что будут говорить в институте? Вы можете иронизировать, сколько вам будет угодно. А я дорожу своей репутацией. Гражданин, если вы хотите выяснять свои отношения громко, идите на улицу. И потом без паспорта я ей номер не дам. Переночуйте в моей машине. Не нужна мне ваша машина! И вообще, мне ничего от вас больше не нужно! Ирина! Берете номер? Конечно, беру. Ой, что это? Не что, а кто? Человек. Что вы здесь делаете? Загораю. Постойте, вы же Ирина. Ирина. Извините, Ириночка, я здесь сплю. А вы что здесь делаете? Купаюсь. А вы откуда меня знаете? А я у вас на свадьбе гулял, вернее, собирался. А где же Николай? Он задержался. Вам негде спать? У меня нет паспорта. Ложитесь сюда. Нет, 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 я не лягу. Не спорить. Спокойной ночи, Ирина. Эй! Что случилось? Как вас зовут? Митя. Спасибо, Митя. Спокойной ночи. Что-нибудь с машиной. Откуда мы знаем, где она спит? Но она же с вами поехала. Мы ее не видели. Я ее искал. Она, наверное, уехала с постниками. Извините. Пожалуйста. Он ее искал. От меня скрыл. Она тебе нравится? Очень.
только в другом смысле. Я понимаю, в каком смысле. Доброе утро, Ирина! Ой, Наташа, Сережа, как хорошо! А где же Николай? Спасибо, милый. Он поехал за вами на Кавказ. Разве мы не на Кавказе? В Крыму. Вы как сюда попали? В Крыму? Да. Ну да. Вы нарочно завезли меня в Крым. Ирина, тут посторонние. Это не посторонние, это мои друзья. Отвезите меня на Кавказ. Ну хорошо, хорошо, отвезу. Только не делайте меня объектом всеобщего внимания. У вас слишком много друзей. И что же, никто не видел Ирину? Нет, тут один парень видел. Он с нами на привале был. Говорит, что Ирина на развилке в чьей-то машине свернула в Крым. А чья машина? Вот этого он не знает. Ваня, я в море. Поеду в Крым искать ее. Отдохнули бы. Нет, поеду. Разминулись. Вот несчастье. Почему несчастье? По-моему, ваша Волга идет или не больше? Зоенька, зачем ты с ней так разговариваешь? Ей надо помочь, ей надо переодеться, дала бы ей что-нибудь. Хватит ей твоих забот. Куда? Почему у вас такой недовольный вид? Ну, согласитесь сами, у меня же глупейшее положение. Я должен возить чужую жену. Какую жену? Их не зарегистрировали. Константин Александрович, я знаю все про ваши отношения с Ириной. Откуда? Не из газет. Слушайте меня внимательно. Увозите отсюда Ирину немедленно. Куда? Куда хотите. Подальше от Николая. Увозите, и она будет ваша. Вы думаете? Уверена. Кукушкин. И вы. Простите. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вы узнаете? Мы с вами были на привале. Идете с нами купаться? У меня нет купального костюма. Жалко. Но вы долго собираетесь так жить? Без платья, без паспорта, спать на пляже? Хотите, я отвезу вас домой? Там вы отдохнете, придете в себя. А захотите, можно опять поехать к Черному морю. Ох, слава богу, уехали. Дядька, подай тапочки. Быстро я их спровадила. С этой Ириной все время происходят какие-то истории. А мы приехали отдыхать. А, это ты все подстроила. А ты подумала о Николае, об Ирине. Она быстро утешится, можешь не волноваться. Хотя, по-твоему, все женщины ангелы. Далеко не все. Ты не ангел. Ты сплетница, интриганка, мещанка. Я нынче глаз не сомкнула. Столько дней нет телеграммы. А я нынче всю ночь молотил овес. Цепом или на молотилке? Цепом. По-моему, это к счастью. А по-моему, к несчастью. А чему ты улыбаешься? Я вспомнил, какое тебе первое слово сказал сразу после свадьбы. Какое? Глупыш. Это вроде дуры. Боже, да чего вы все одинаковы? Спасибо. Леночка! Я же говорил, к счастью.
Возвращаюсь, Ирина. Возвращаюсь? Значит, они разошлись? Молоти цепом к несчастью. Она просила выслать ей паспорт. Что, устали? Ничего, теперь отдохнете. Море успокоит вас. Вам что больше понравилось, Кавказ или Крым? Не заметил. Поеду обратно. Возьмите меня с собой. А у вас что, что-нибудь с машиной случилось? Да нет, машина в порядке. С семьей, так сказать, авария. Ушла? Я ушел. Вот мы думаем, красивое значит доброе. А это не всегда совпадает. Поеду в Харьков к сестре. Юра, почему вы так медленно едете? Вы же сами просили вести машину осторожно. Нас же обгоняет москвич. Это ж позор. Давайте быстрее. Вы смели увезти Ирину? Я ее никуда не увозил. Можете забрать ее. Вы трус. Довольно. Оставьте меня в покое. Юра, насос. Не нужно, прокол. Немецкие романтики в подобных случаях предпочитали шпагу. Я не романтик. К сожалению. Напрасно поворачиваете. Что, не хотите ехать к Черному морю? Я ненавижу Черное море. Довезите меня до ЗАГСа, и мы возьмем наше заявление обратно. И можете ехать куда угодно и с кем угодно. Кстати, верните мне мой паспорт. Они на север, а мы на юг. Нет, на юг я не поеду. Не желаю встречаться с ее друзьями. А я не поеду на север. Как так? Машина все-таки моя. Юра! Юра, куда же вы? К Черному морю! Да я же пошутил, ну поедемте на юг! Не успели жениться, уже разводиться. Тяжелый у вас характер. Вас теперь это может больше не волновать. Ну, я-то вышла за вас замуж по глупости. Вы правильно меня назвали дурой. Ну, а вы-то зачем торопились в ЗАГС? Боялся, что вы выйдете, за кого попало. А чего мне было ждать? Я вас полюбил сразу. А вот вы не успели меня полюбить. Уже разлюбила. Нет, не успели. Просто так увлеклись на минуточку. Проснитесь! Надо отдохнуть, вы тоже устали. А ну, останови. Не ожидала еще встретиться. Спи.
Помню. Вы на меня сердитесь? Пришлось одной погулять на свадьбу? Не пришлось. Мы ведь на свою свадьбу спешили. Свою? Золотой характер. А почему вы обратно? Его на работу вызвали? На работу. Ну что за люди? Молодоженам отдохнуть не дадут. Что? Ну, я поехала. До свидания. Страшно выходить замуж? Почему страшно? Давно здесь за мной один паренек ходит. Боюсь. Уж очень у меня тяжелый характер. Чуть не по мне тут. А у меня тоже тяжелый характер. Ну, с таким мужем не страшно. А я боюсь. Разойдетесь? Нет. Так я не согласна. Ну, я поехала. До свидания. До свидания. Передайте ему, что хлеб убрали. Теперь еду в район директора убирать. Счастливого пути! Сразу расстаться с вами. Ирина! Так значит, не пойдем в ЗАГС? Именно пойдем, пока вы не передумали. Теперь мы больше никогда не будем ссориться. Никогда. Никогда в жизни. Что с тобой? Представляю, как осенью вызовет меня Хохлов и скажет: товарищ Кручинина. А я скажу: а я не Кручинина, а Кукушкина. Не смей ехать так быстро. Я же обещал тебя отвезти на край света. Надо успеть. Если ты не будешь меня слушаться, я с тобой никуда не поеду. Сидишь ты, молчишь ты, и я тоже, разумеется, молчу. Постольку, постольку, нарушать молчание первый не хочу. Часами мы сами каждый день с тобой друг другу портим кровь. Постольку, постольку, между нами настоящая любовь. Эта песня не поседа, песня ветерок, с ней не усидишь на месте. Эта песня для походов, песня для дорог, петь ее, друзья, одному нельзя, непременно надо вместе. Мы не неженки, осторожные, не пугай нас, быть дорожная. Даже грома бас не пугает нас, попадали мы в грозу не раз.